Ну, что делать? Набор элементов не такой сложный получился, чтобы претендовать на более высокие места. Давайте посмотрим на катание еще одного недавнего юниора, Артема Бородулина. Артем Бородулин в прошлом сезоне был серебряным призером чемпионата мира среди юниоров, а в этом году вот выступил на двух этапах серии Гран-при. Один прошел очень хорошо, Cup of China, другой так 50-50, Cup of Russia, 9-е место. Танец яблочко. Здорово! Артем Бородулин. Молодец, не побоялся, рискнул. Тройной аксель. Напоминаю вам то, что в начале сезона свое 4-е место на турнире Cup of China он занял с двойным акселем. С двойным-то ему и попроще было и кататься, и получать даже, может быть, более высокий результат. Но он не собирается стоять на месте, поэтому прыгает, конечно же, тройной. И, в принципе-то, он его сегодня практически сделал. Тема «Яблочко», танц «Яблочко», конечно, очень заводит публику. Все сразу начинают хлопать. Правда, потом немножко все-таки спеклись. Но это потому, что народу очень мало. Два тройных. Луц-тулуп. Ну, там, конечно, с отталкиванием на луце не все так хорошо обстоит, но это тема для работы даже больше, чем для обсуждения. А тренеры, ой, а судьи там уже будут сами решать. Вращение очень четко сегодня исполнял. И у него очень интересное скольжение, особенно это заметно на стадионе. Он буквально взвивается над льдом, ну, почти как Саша Апт. Не так, конечно, но все-таки Апт тоже ведь танцевал танец яблочко.
Жулиным уставил эту программу. И вот у них даже круг, у них не круг у Саши и Апта, и вот у Артема Бородулина. Он у них больше, чем круг. Он такой овал, потому что он не вписывается в рамки этого катка, как круг. Это очень приятно наблюдать, когда спортсмену тесно на катке, когда ему хочется вырваться. Очень хорошо скользит, очень хорошо танцевал. Это действительно был танец. В какой-то момент немножко вот он отпустил публику, но совсем немножко. Все время держать публику в напряжении это могут только мастера самого высочайшего класса. У него есть шанс еще им стать. Это второе место. Он уступает только Сергею Воронову. Причем?